Гром, я тебе сейчас все объясню. Ох, ё-моё. Давай воды в рот наберем, чтобы зрители охуели, какое это шоу. Не смейся. Сразу же минус. А ты куда? А пока не читается, я еще даже листочки не поймел. Все, да, ну все. А вот прямо сейчас. Вы прямо на серьезке должны сидеть. Есть еще один маленький нюанс. Если вы будете часто смеяться, у нас есть наказание шокера. Мы для вас мышеловки подготовили тоже. Ну давай, читай уже, Паш, начинай. Вот первая такая, да? Первая вот такая, да. Где пчелы-буддисты и пчелы-христиане окажутся после смерти? Где? В рою. В рою? Прикольно. Разнос говорит. В выпуске сделайте, что я первый говорю этого лета. Как называется сериал про американскую семью спецназовцев? Котики. Сваты. Благодаря вам у нас действительно большое шоу. Что сказал проктолог старому боксеру? Угу. У вас геморрой Джонс. А у тебя все про рой будет? Кого-то пчела выебала, он шутки писал, сидел после. Где живут неблагополучные семьи в Италии? Где? Держись. Спагетто. Это уже была улыбка? А вот то, что я вот так делаю, это улыбка, да? Да. Как будто, да, нужно прям с каменным лицом. Покажи, Паша, самое свое зверское лицо. Ох ты, ничего себе, испугался сейчас. Зверь. Ох ты. Трамплин, да, такое? Почему я решил, что я должен молчать? Я думаю... Зачем девушки принимают противозачаточные? Чтобы можно было заправить полный бак. А это при чем? И машина при чем? Я не понимаю. Какая любимая марка ноутбуков у Ларисы Гузеевой? Что-то с пидораской связано. Пидорасус. Близко. Что сделает детдомовец, когда впервые сядет за компьютер? Папку. Папку? Нихуя себе, прикольно. Что видит патологоанатом, вскрывая полицейского? Внутренние органы? Правоохранительные органы. Ну, кстати, так смешнее было бы, блядь. Вы что такое? Где автор? Как убить одним ударом 10 мух? Ударить по лицу африканского мальчика. Ой, блядь. Ну тебе, ну зачем ты это сейчас сделал? Ну ты написал. Зачем это ты сейчас, что? Ох, ё-моё. Там пришло. Здорово, Паш, ты не говорил, что у тебя брат есть. Здорово. Да нас еще пятеро. Это старший, да? А, нет, их еще. Вступите место. Как ты, Сашок? Нормально. Ладно, шутите, Сашки, шутите. Я встаю. Как смешно, если он просто наверху так полезет. Не, пусть там стоит, нормально было. Заказываю в ресторанах свиные ребра, чтобы свиньям было удобнее самим себе сосать. Подожди, тут меня отвлекли. Что-то летает. Заказываю в ресторанах свиные ребра, чтобы свиньям было удобнее самим себе сосать. Понял. Два ребра заказал? Теперь понял, отлично. Да, нормально, хорошая шутка. Опа! Опа, Сашки, опа, погнали, всем здрасте, да. А, мой концерт? Да. Из другой мультивселенной? Всем еще раз здрасте. Вот у всех комики, которые выходят, они все постоянно жалуются, что у них какие-то проблемы, там, девушка бросила, вышли замуж, женились, там, политика, шоу-бизнес, все в этом духе.
У меня нет так никаких проблем, но только одна проблема у меня есть, да. Это голуби. Не, вот серьезно, вот ко всем же прилетал вот этот вот голубь, вот, который на подоконник вот этот, поконтролировать такой вот. Вот так вот смотрит такой, что сидишь, бездельничаешь, да? Похлопайте, ну реально же было такое. Жуза, ну, жуза. Было же всех, ну такое, ну смешно же, ну я в***ю просто. Ну, ой, не, ну серьезно. А голуби вообще страх потеряли. Вот вы когда-нибудь делали вот так вот в детстве, чтобы вот так вот голуби так... чтобы напугать его. Вот. И я вот попытался раз так голубя напугать вот таким вот образом. И знаете, что он сделал? Он просто так отбежал, посмотрел на меня. Типа, эй, братан, ты чё? Страх потерял совсем, ну... Я бы сказал, просто унёс. Просто меня на людях. И я ушёл, не стыдно стал, ну... Ну я вахуй. Круто, круто. Не, на самом деле, это ещё не последний случай голубиного беспредела. Я еду как-то просто по проспекту, дорога пустая, никого не видно. Иду, смотрю по пешеходному переходу, кто-то идет. Я смотрю, а это голубь. Просто идет по пешеходному переходу. Идет такой и думает, эй, братан, ну что, я голубь мира, мне все можно, эй. Ну я затормозил, я его пропустил. Поближе, я его пропустил, да. И знаете, что он сделал? Он дошел до конца бордюра. Дошел такой до конца бордюра, запрыгнул на бордюр и улетел. Ну это, блин, это не голубь мира, это какой-то голубь-собака. Хорошо. Ну я вахую просто, ну. Ой. Ладно, Сашки, всем спасибо, я полетел в Курск к себе. Красиво, похлопаем. Я покажу. Давай. Ну про голубя, кстати, мне лучше получилось. Ну я вахую, что он картавый. Как разговаривает с девушками продавец в секс-шопе? Секс-шопотом. Секс-шопотом? Да. Что будет, если пощекотать суфлера? Закадровый смех. Налажи тебе. Лёва. Ивать Махоуни, ляньте. Это мистер Бин. Как бы звали актера из «Рэмбо», если бы он продавал билеты на автобус? Не знаю. Сильвестр Сталлоне. Я же это знал. Подожди, а у Паши что-то по кадру можно грим? Вот. Ё-моё. Что за ужас? Как круто. Он сзади. Это Гурам встал. А он к тебе идет, гример. Не, не надо. Нет. Я только сейчас понял. Да реально поправить нужно же. Не, не, не надо кисточкой. Там на этом акне содержится, на этой кисточке. Гурам, аккуратнее. Гурама можно попробовать. Не, не, не. Не, меня не надо. Нет, 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 нет. Все, все. Не, 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 не. Не, не, не. Нет. Тут тоже не подойдет. С этой стороны тоже не надо. Нет. У меня вообще сказали охуительно в кадре, все, спасибо. Блин, старше, давай встанем, постоим. Спасибо. Ну, Нарек, почему у одинокой 40-летней женщины часики не тикают? Почему? Потому что батарейки в вибраторе. А можно было купить механический вибратор? Вот так, как и робот, который так потом... Ну, я часы имел в виду, на самом деле. Вырасти, чтобы никто не купил эту идею. Да. Что говорит пастух, который потерял свою лошадь? Ну. Хорошо, я не на ней был. У меня тут диалог записан. Погнали. Хочешь по ролям?
Ну давай, ты мне говори, мне кажется, ты неграмотный. Мне кажется, ты неграмотный. Давай поговорим тут, а тут. Тут, а тут? Да. Тут, а тут. Нихуя себе. В чем разница между анимешником и винным погребом? Чем? Между анимешником и винным погребом. Ну, что-то там в него помещается, нет? Винный... Почему у меня проблема со словом погреб? Винный погреб не пердит, когда из него достают бутылку. Анимешники такие? Да. Бля, не, анимешники вам могут пизды дать любому из вас, вы знаете вообще? Я вот так побегу. Да. А так ты какое аниме смотрел? Наруто. А еще что-то кроме классики? Никогда ничего не смотрел. А One Punch Man? Что? Это сигареты? Я не смотрел Наруто, если что. А ты вообще аниме не смотрел? Принцесса Мононоке смотрел. А есть принцесса Мононоколь. Есть принцесса Мотоцикл. Принцесса Мотоцикл. О какой работе мечтает наркоман? Вкалывать за копейки. Мы доиграли. Кто выиграл? Это нам голосовать надо. Давайте все обсудим. У меня есть рот вот так? Ну, где-то, не, вот так нету. Ну, рот. Паша, да, проиграл. Да, Паша проиграл. Блин. Да. Паша проиграл, и вот ему подарим. Паша, спасибо тебе за игру, это было круто. Вот тебе. Вау, круто. Молодец ты. У тебя все еще впереди. Круто. А сделайте в конце типа ха-ха-ха, вот так вот. Нет? Ладно. Потому что смеяться негде, да? А где смеяться? Где смеяться? У нас смеяться. Я вам похлопал. Да не могу. Гром, я тебе сейчас все объясню. Это в носу ковыряться, да? Ну в таком, в слонячем. В своем носу бревна не видишь. Пойдем.